Всем доброго дня, сегодня мы рассмотрим одну из техник нанесения мармарина с Венецией. Это видео у меня есть уже на канале, но по нем очень много вопросов. Итак, первое, что нам нужно сделать, это загрунтовать кварцевым грунтом все основание. Потом, когда у нас кварцевый грунт полностью подсох, мы берем, наносим мармарин Макси, наносим мы его на сдир, потом будем прокатывать валиком. То есть мы равномерным слоем затянули сам Макси, сейчас проходим валиком для того, чтобы сделать небольшую шубку. Так, шубка у нас уже полностью готова. После того, как она немножко у нас подсохла, берем, проходим кельмой сверху. Прошло где-то минут 20, но это зависит от температуры. То есть небольшая шубка, мы ее уплотнили. После чего мы берем воск, в воск добавляем немножко металлика. У нас немножко добавлялось золото и также хамелеона. Очень много вопросов вот по этому этапу, потому что многие спрашивают, как делаются линии и как делается рисунок. Так, ребят, сначала мы клеим малярку. Затем берем канцелярский нож и сразу немножко прорезаем его. Затем срываем, и эту же линию я еще где-то клею. В такой же последовательности мы дальше все прорезаем, снимаем и дальше уже клеим эту же линию. Самое главное, чтобы нож был хороший, потому что если будет нож такой немножко плоховат, он будет немножко поддирать малярку, и потом не очень красиво получится. То есть берем новую лезвию и сразу же делаем прорези. После того, как малярка у нас все уже подрезана, сейчас наносим первый слой Венеции. Венецию на первый слой мы немножко разбавили, но в идеале можно не разбавлять. Если хотите, чтобы плоскости были очень ровные, очень заглянцованные, вы первый слой не разбавляете, и второй слой Венеции тоже не разбавляете. За счет того, что материал будет не разбавлен, он немножко лучше позабивает всякий дефект, более ровные будут верха. Итак, мы берем, наносим и сразу же немножко снимаем, для того, чтобы уплотнить сам материал. Итак, и после где-то минут 20, как вы уплотнили, еще раз уплотните, это на видео уже я не буду показывать, но принцип тот же. Немножко уплотняете. После того, как у нас первый слой Венеции подсох, сейчас наносим второй слой Венеции, наносим также ее кельмой. Она у нас тоже немножко разбавлена, потому что разбавлялась основная масса. Так как я уже говорил, это не обязательно. Также мы его наносим, потом немножко подполируем и будем дальше наносить воск. Также мы ее уплотняем, для того, чтобы у нас были ровные верха. И даем полное время высыхания, для того, чтобы материал полностью подсох у нас. Итак, материал у нас полностью подсох, мы его уплотнили. Сейчас наносим защитный слой воска. Воск идет у нас пастой. Мы его наносим и сразу же растягиваем и немножко приглянцовываем. То есть уже видно немножко такой хороший блеск. Сейчас мы наносим второй слой воска. Также мы его немножко подглянцуем. И
Итак, после того, как у нас сам материал уже полностью подсох, сейчас берем и снимаем малярную ленту. То есть, как видите, ничего такого сложного нет. Очень вопросов было много по тому, как делается рисунок, и спрашивали, где найти такую малярку. То есть, малярка берется обычная, самое главное, чтобы она хорошо клеилась. Тогда вы берете и клеите, подрезаете, и все у нас уже готово. Это очень хороший вариант для акцентной какой-то стены, или под телевизор, или на кухне. Если у кого-то будут какие-то вопросы, обращайтесь, обязательно отвечу. Всем хорошего дня, до свидания. Ставим лайки и подписки.